Городская площадь – не только лицо любого населенного пункта, но и один из главных элементов городской планировки. Уже этим летом жители и гости города смогут увидеть, как она изменилась. В Невельске началась реконструкция площади имени Владимира Ильича Ленина. О том, как идут работы по реконструкции площади, рассказал главный архитектор города Невельска и Невельского района Андрей Горнов. В этом году наконец-то реализовалась наша мечта – это сделать реконструкцию нашей площади, поскольку вся центральная часть города у нас изменилась, везде появились новые здания, новые тротуары, новые дороги. Как рассказал Андрей Горнов, основной идеей проекта был перенос и установка памятника Ленину с южной стороны музея. Столкнулись с таким вопросом, что Владимир Ильич, который стоит на нашей площади, является памятником искусства регионального значения, переносу он не подлежит, поэтому пришлось от фонтана, повторюсь, отказаться. Останется на площади памятник, он будет облицован новой гранитной плиткой. В связи с данными обстоятельствами пришлось пересмотреть концепцию архитектурного решения площади с учетом сохранения объекта культурного наследия. Такие вещи, как фонтаны, беседки, мы планируем их разместить на набережной, которая у нас находится по улице Береговой. Сейчас также делается проект, и вот эти вещи все будут там. Основной функцией пространства будет административное назначение, то есть проведение мероприятий городского и районного значения, выступления артистов, торжества. Основные работы включают в себя замену асфальтобетонного покрытия на тротуарную плитку, уложенную геометрическим узором. Необычная тротуарная плитка, то есть она предназначена как раз для того, чтобы нести нагрузку. Это памятник, это новая сцена. Это зеленые зоны по периметру площади, это новая гранитная лестница и благоустройство территории в районе музея и вплоть до улицы Рыбацкой. Также на площади будет выложена тактильная плитка для передвижения маломобильных групп населения и установлены малые архитектурные формы. Подрядная организация ООО «Юва» обещает закончить основные работы в течение месяца и к концу июля полностью завершить работы по объекту. Работы идут хорошо, как мы видим, буквально за несколько дней уже положили брусчатку на половине площади, поэтому мы уверены, что работы будут выполнены не только в срок, но и раньше срока. Валерий Телешкан, Евгений Романенко, Невельские новости.